такая большая волшебная становится. Ладно. Надо мне, короче, этого ближнего бойца не брать сюда. Потому что видишь, что творится здесь. А, видишь, эти хитрые. Обстреливают только в путь. Только так обстреливают, смотри. Нафиг. На, получай, гад. Кого-то я убил. Кого-то я убил, непонятно кого, но меня тоже убили. Какая тупая серия, ребята. На, что ты убегаешь? На тебя, получай. На-на-на-на-на. Да-ду-да-ду-да. Да-ду-да-плей. Ду-да-плей. Так, а ну-ка. О, с кем я играю, тут непонятно. ХМ-Джей, ХМ-Джей. Играю я с Кольтом. Кольт. Так, давай, Кольт. Ой-ой-ой-ой, меня прям стреляет, смотри. Есть. Тихо-тихо, напарник мой умер. Ай-я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 й. И ты за что меня так убил-то, алло? В минусе, минус 3. Ладно, так тоже бывает, ребята. Ладно, меняем игрока. Меняем бравлера. Ох, нифига, у меня тут команда какая собралась. Смотри, Дима, Море, Женя, все собрались здесь. А я меняю игрока, да? Или нет? Ладно. О, ну давайте вместе все втроем-то поиграем во что-нибудь. Так, это что такое у нас? А, захват кристаллов, а свободное место, а что значит? Так, я в Brawl Ball, я тут не знаю, как бы. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Меня сейчас нахлобучат. Эй, они этот мяч взяли, смотри, алло. А-а-а! Тик-ток забивает гол. Та ё-моё. Ох, меня убили. Да там у них какие-то эти бойцы-то мощные. Бойцы-то мощные. Нам забили гол, это очень нехорошо. А я в футбол никогда не любил играть, по правде. Эй, куда мяч ты забрала? А, гадина. И меня убили. Ах, я супер же включил. Смотри, идут. Так, а ну-ка, секунду, где я тут восстановлюсь? Вот, я восстановлюсь. Так, а ну на, получай. Нет, мячик, мы... Вот, я мячик взял. Я взял мячик, я иду. Так, ладно. Сейчас мы сюда мячик запустим. Тихо, 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 тихо. Мне главное забить. А-а-а! Убил меня. Вот, давай, давай, забей мячик. Ё-моё, орёл. Орёл забрал мяч и идет, смотри. А это настреливает сюда. Гадёныш. Иди сюда. Так, а ну-ка. А, кто меня убил? Да, это ТикТок меня убил. Вот я поэтому я же раз говорю, что я не люблю особо играть в футбол, там, не знаю. То... Еще, если была на футбол, а тут еще, видишь, бегаешь, еще непонятно, что делаешь. Что творится, смотри. Это пшикает, постоянно бегает. Гадина. Но ее там убить можно легко. О, нифига. Ну, убьешь ты ее. Да. Ой, все, меня опять убили. Да, вот тебе и Brawl Ball, вот тебе и мячик играть. Ну пока 1-0. Угу. На. Да что тут за волшебники такие у нас играют, а, ребята? Да. Да тут невозможно что выиграть, алло. Давай, давай, не дай ему. Так, что, матч? Матч окончен, мы проиграли, да? Да. И что, минусов будет у нас или что? Да, смотри. Ага, и что, минус 2 кубка, да? Ладно. Фигня этот Brawl Ball. Давайте не в Brawl Ball, давайте что-нибудь другое. Brawl Ball мне вообще не нравится. Не люблю я вообще футбол. Терпеть не могу. Ни футбол, ни хоккей. А особенность еще играть в него. Сейчас. Давайте что-нибудь другое поиграем. Не в Brawl Ball. Так, в роборубку, захват кристаллов, награда за поимку. Давай награду за поимку. О! Поехали. Награда за поимку. Вот это может быть интересно будет. Готово, готово. Дима. Дима, давай, играй с нами. Награду за поимку. Так, что-то Дима печатает, непонятно. Не захочет, наверное, играть. Димасик. Димасик не захочет играть. Ну, что там? Ну, чё ты не нажимаешь? Алло. Да, ждем. Командочка у нас. Командочка у нас такая. Какая-то странная. Дима-то. Дима, а чё Дима не играет? Алло. Так, ладно. Дима, короче, играть не хочет, я так понял. Так, ладно. Отмена. Выходим. Теперь добавляем море. Море Женю берем. А чё Дима-то куда опять пришел? Да ё-моё. Так ты же не играешь, Дима. Так, нельзя. Так, ладно, опять выйти.
Так, я покидаю команду. Ребята, я хочу в столкновение парно играть. Так, давай. Женя Море, давай, меня добавляй в свою команду. И играем. Так, вот, принять, хорошо. Так, только это играем в частокол. Парная, готово. Все. Дима не захотел играть. Не знаю, почему. Я ничего не написал, почему не захотел играть. Так, ладно, играем. Хорошо, играем с Море Женей. Так, смотри, вот здесь отлично. Открываем, уничтожаем, все, забираем бочку. Идем дальше. А, вон, смотри, еще есть. Еще одна коробочка. О. Все, забрали баночку. Куда пойдем? Пошли. Давай, ты вниз, я вверх. О, наоборот. Где еще здесь у нас куча чего есть? Сейчас посмотрим. О, робот. Где-то робот создался. А, робот слева. Робот справа, то есть. Так, как ты так умеешь делать? Кружиться. Я так не умею. Быстро. О, вот этого волшебника убить надо. Давай, я тебя сейчас убью, гада. Барли, убили Барли. Столкновение, нифига, столкновение, хорошо. Теперь вот эту Шелли убить надо. Так, ладно, давай в этого. Давай робота убьем и заберем банки. О, отлично. Просто замечательно, 9 баночек мы, 9 кубков заработали. Круто, Море Женя, молодец. Я Леон, разорил мне ранг 12 уже, фига себе. Так, меняем этих бравлеров, хорошо. Хорошо. Так. А, чё меняем-то? Давай я возьму туда... Я розу возьму, почему нет? Я взял розу. Давай играть дальше. Поехали. О, нормально. Так, подбор противника не удался, член команды отключился. В смысле? А, захват кристаллов? Не, давай это столкновение. А, кто это добавился? Это не читай. Так, а что это? Куда, кого? Поехали. О, нормально, смотри. Сейчас во что-то будем играть, непонятно во что. Ох, нифига. Что это такое у нас? Ой, это что за игра такая интересная? Давай посмотрим. Ох, аккуратно. Вот это... Давай, я его убил. Убил. Кого-то убил, не знаю кого. Так, а здесь кто-то будет ходить, смотри. А, Джеки, на тебе, получай, Джеки, вонючка. Нет, я Джеки не смогу убить. А, здесь нужно эти, как его, звездочки забирать. Так, где кто кого? Где кто? Тихо. Давай. Нахлобучила тебя. Ой, меня сейчас убьют. Убили. Угу. Ладно. Убили, так убили. Я сейчас сюда подойду. О! Не, я что, дурак туда подходить? Фиг тебе. Фигушки. А вот сейчас я тебя нахлобучу. Ой, нахлобучу. Куда я пошел? Так, сколько? У нас 10 всего лишь. У нас всего лишь 10 этих, как его, звездочек. Ё-моё, ребята, вы чего? Что происходит? Что это за пеликани? Ой, меня сейчас нахлобучат. О, я теперь большой стал. Сейчас я должен быстренько восстановиться. А, все, сказка недолгая рассказывалась. Роза недолго, она такая большая, волшебная становится. Ладно. Надо мне, короче, этого ближнего бойца не брать сюда. Потому что видишь, что творится здесь? А, видишь, эти хитрые. Обстреливают только в путь. Только так обстреливают, смотри. Нафиг. На, получай, гад! Кого-то я убил, непонятно кого, но меня тоже убили. Какая тупая серия, ребята. На, что ты убегаешь? На тебя, получай. На. На, убил я ее. И что дальше? О, бой закончен. Кто выиграл? Мы, конечно, проиграли, да? Поражение. Ёшки-моташки. Так, смотрим, сколько чего кого. Минус 3 банки. Вот за что мне вот такое вот? За что мне минус 3 банки, ребята? А как у нас добавился еще сюда персонаж сюда? Как у нас еще вот это вот персонаж сюда добавился? А? Так, награда за поимку. А, да я поменяю сейчас бойца, подожди. Я возьму Кольта. Во. Поехали. Че, все? Ой, на отмену нажал я, да? Нет? Нет, все хорошо. Награда за поимку, бравлеры. Так, играем. Так, что у меня здесь? А, что? Куда? Ёшки-моташки, опять здесь мы играем. Ну ладно, я хоть буду стрелять. У меня вот стрелы зато. Ой, это не стрелы, как я могу стрелять зато. Ой, меня убили, да за что? Да как так?
Как так меня убили-то, ребята? Так, кто там, чего там? Ага. Тихо. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, какая мясорубка, ребята, все. Мы опять проигрываем, ребятушки. Вот это у меня команда. Вот это я не люблю, правда, играть в эту вот серию. Так, а вот я не могу... Вот убил, я не убил, не знаю. Я люблю в каньончик поиграть. Там интересно. А вот здесь что-то непонятно, что. Ну, по идее, тут мы играем... Играем, ну как, команда из трех человек. Но карта очень маленькая. Карта очень маленькая. Здесь нахлобучат тебе только в путь. О, Эль Прима идет. На, получай. Че, меня опять убили? Так, Эль Прима мы убили. Вот надо командой сидеть. Командой. Тихо. Сейчас я быстренько восстановлюсь. О, ну практически восстановился. Ой. О, отубил я кого-то. Хорошо. Так, ну почему у меня всего лишь 3 звезды? Так, а ну кто там, где там, чего? Да куда ты в сторону стреляешь, алло? Так, у нас 25 всего лишь. Ну и все, мы опять проиграем сейчас. Бой окончен, и вы проиграли. Отдайте, пожалуйста, свои кубки. Так и получается. Так, ладно, выходим. Я только кубки теряю. Так, все. Давай, сейчас такое парное столкновение. Давай, поехали. Все. От нас этот чувак ушел. Потому что он не захотел терять кубки, видимо. Да, он понял, что с нашей командой только кубки терять. Так, парное столкновение, частокол. И что? Пишет мне море Женя. Так, ладно, давай сделаем чат. Напишу. Ага. Сказать. Написать. Чат. Сказать. Давай в парное столкновение. Давай в парное столкновение. Давай парное столкновение. А, пока я через минут 20 приду. А, хорошо. Хорошо. Окей, ну все, окей, так окей. Так, ладно, выходим с команды. Я беру себе розу. Потом, друзья, заходим, и, возможно, я хочу взять... Так, а Робина я не могу. С кем я играл тогда? Вот, Мерхаба предложить. Все, Мерхаби я предложил. Хорошо. Хорошо. И играем дальше. А, в парное столкновение, да, давай. С кем-нибудь я буду играть в парное столкновение. Ух ты. Хорошо. Сейчас пойдем посмотрим. Так, я играю с коронавирусом, нифига себе. Ладно. Давай, а я справа подойду. Так, что у нас? Ох, нифига у нас, смотри, там сколько всего. Много. Тихо. Все, нормально, куда пойдем дальше? Ой, Дэрил. О, сейчас этот будет, робот. А, я сейчас подойду. Идите нафиг лесом, Кого? Тихо. Нет, зачем ты меня? Барли, вонючка, Барли. Как мне этот Барли не нравится, а? Да, роза что-то вообще у меня. Так, я выхожу. Я беру столкновение в частокол. Ну, одиночное. Все. В одиночку я буду играть. Потому что я так вот в парное теряю много этих самых кубков, да. Теряю много кубков. Вот, а я сейчас возьму так вот хорошенечко. Подойду сюда. О. Так, подожди, а что я туплю? Мне нужно открывать. Я же один здесь совершенно. Я здесь совершенно один. Поэтому мне нужно будет быстренько все собрать. Так, все, забрал я, да, хорошо, спасибо. Так, бойцов 8, значит, двое бойцов уже мертвы. О, Бул. Бул и Барли вонючка. А, вонючка, я терпеть его не могу, когда он против меня играет. Да иди ты нафиг, Барли, отвали от меня. 7 бойцов осталось, ребята. Бойцов все меньше и меньше. Так как у меня сверхспособность у Розы, вот я должен в укрытии стоять. Так, а здесь плохо, что пшеничку убрали. А я знаю даже, где Барли стоит. Ох, нифига, столкновение, я с Барли играю. Здесь Барли стоит. Эй, в смысле?
Там же Барли стоял. Нифига, 10 кубков я получил. Офигеть. Вот это да. 10 кубков, это да. Так, ладно, выходим. О, мерхаба, приглашение в команду, принять. Ага, спасибо. Ну что ж, а на этом будем заканчивать серию тогда. Всем большое спасибо за просмотр, дорогие друзья. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока-пока.